Народный артист Российской Федерации Василь Аусянников выступил у Гомеле. Концерт прошел у Гомельским колледжем мастерства имя Соколовского. Василь Аусянников народился в Брянской области, скончил Державную Астраханскую консерваторию. Первым значным достижением стала перемога на конкурсе «Голосы России». С того часу началось его творческое сотрудничество с Национальным академическим оркестром народных инструментов России имени Миколая Осипова. Концерты Василя Аусянникова горячо принимаются не только в Беларуси, але и за межой. Народный артист России выступал у 137 краинах. На сцене Гомельского колледжа он выконал классичные и сучасные творы, русские народные песни и романсы. Организатор концерта – Российский центр науки и культуры у Гомеле. Единство белорусского и русского народа, оно имеет одно свойство, что мы, куда ни посмотри, у нас переплетена кровь белорусов с русскими и наоборот. Поэтому это счастье и гордость. Хорошая публика, хороший зритель. Я понимаю, что здесь в основном зритель, имеющий отношение к моей профессии. Да, это студенты, это педагоги, ну и были просто жители города.